Умерла первая жена и мать единственной дочери актера Кирилла Сафонова. Второй бывший супруг Елены Сафоновой, фотограф Вадим Сухаревский, утверждает, что женщина спилась от одиночества, хотя он и пытался ей помочь. По словам подруги Елены Сафоновой, Валентины Воеводы, с прошлой осени Елена ни с кем не общались. Это связано с разводом. Оба брака у нее не получились. С Кириллом рано поженились, едва ли не 16 лет Лене было. Очень она его любила. Сафонову, как и следующему мужу Вадиму, всю себя отдавала. «Менее конфликтного и более доброго человечка я в жизни не встречала», — сообщила воевода. Вторым мужем Елены стал фотограф Вадим Сухаревский. Именно он откровенно рассказал, что женщина умерла из-за пристрастия к спиртному. Лена тяжело болела алкоголизмом. Это ее и свело в могилу. Началось давно, но Лена не признавала, что больна, цитирует Сухаревского ЕГЭ.ру. Из-за пагубной зависимости, по словам мужчины, Елена запустила себя и дом. Она не готовила и не убиралась. «В последние годы мы жили как соседи, по инерции. Я уже понял, что ничего не могу изменить. И честно сказал Елене, что, если она не бросит, и я встречу близкого человека, уйду не задумываясь», — сообщил бывший муж. Так и получилось. Однажды, работая на свадьбе, Сухаревский встретил свою первую любовь. Старые чувства дали о себе знать. Вадим собрал вещи и ушел от жены. «После меня у Елены были друзья, но они просто использовали ее состояние, столовались у нее, чтобы не платить за квартиру», — отметил Сухаревский. Вадим пытался спасти Елену. Он предлагал работу, ее звали на телевидение. Дочь Анастасия, рожденная в браке с Кириллом Сафоновым, тоже пыталась вытащить Елену. Все их попытки оказались безуспешными. 5 июня Елена скончалась. Ей было всего 42 года. Напомним, Кирилл Сафонов прожил в браке с Еленой почти 10 лет. Актер познакомился с будущей женой еще в студенческие годы. В 1991 году они расписались. Елена не имела отношения к сфере театра и кино. Через 4 года на свет появилась их дочь Настя. Этот период дался Кириллу тяжело. Семья жила в общежитии, денег было очень мало, Сафонову приходилось работать круглыми сутками. В 1999 году он получил приглашение от театра отправиться в Израиль, в небольшой городок Яфа. Он ответил положительно, надеясь, что ситуация наконец улучшится. Сафонов быстро выучил иврит, с успехом играл в театре, но семейная жизнь не складывалась. В 2001 году Елена приняла решение уйти от мужа. Она забрала ребенка и осталась в Израиле, тогда как Кирилл вернулся в Россию. Сейчас, как известно, дочь Елены и Кирилла Анастасия живет в США и преуспевает в модельном бизнесе. Сейчас Кирилл Сафонов и его вторая жена, Саша Савельева, находятся в Нью-Йорке, в гостях у Анастасии, 23-й день рождения которой они отпраздновали на днях. У Анастасии и Саши прекрасные отношения.